В микрорайоне Ивановские дворики в сквере у фонтана установили зеленую красавицу. Сегодня к ее украшению присоединились местные жители. Мальчишки и девчонки из 18-й школы после уроков пошли не домой, а наряжать зеленую красавицу решили подарить на Новый год жителям микрорайона Ивановские дворики праздничное настроение. Это произошло по инициативе учеников 9 класса. Мы давно хотели облагородить наш район и решили нарядить елку. Для меня это очень важно, так как я живу в этом городе и хочу, чтобы он более выглядел ярче и уютнее. Для меня это важно, потому что я хочу, чтобы город выглядел более красиво, чтобы создавалась новогодняя атмосфера. Для меня Новый год – это семейный праздник, в котором можно провести больше времени со своей семьей, с друзьями. Вот. И дарить подарки, дарить настроение новогоднее для друзей и семьи. После боя курантов мы придем посмотреть на елку, которую мы сами нарядили, и порадуемся, что мы это сделали. Устанавливать и наряжать елку в сквере у фонтана стало хорошей, доброй традицией. Сегодня яркие большие шары, игрушки ребята вешали на елку вместе с депутатом городского совета Николаем Пушкиным. В этом году я попросил главу, чтобы он выделил для нашего микрорайона такую красивую елочку, которая уже стала народная. Город украшается, город готовится, вот, ну, новогоднее настроение появляется. Вчера появилась наша елочка, и уже вчера мне многие жители отметили, что они почувствовали, что Новый год уже приближается, осталось совсем немного. К украшению новогодней елки также могут присоединиться все желающие.